В Твери в рамках муниципального контракта проводится первый этап реконструкции участка Бежецкого шоссе. Речь идет об отрезке на протяжении от Затверецкого бульвара до Богородицы Рождественской улицы. В настоящее время основные работы сосредоточены вокруг моста через Исаевский ручей. Подрядчик уже провел ряд подготовительных работ и приступил к разработке виадука. На период реконструкции здесь будет действовать временный переезд. Планируется, что этот водоем уберут в трубы большого диаметра, а сверху проложат шестиполосную автодорогу. Кроме того, здесь оборудуют тротуары и остановки общественного транспорта, заменят освещение. Далее запланировано проведение второго этапа с расширением оставшегося отрезка Бежецкого шоссе до 4 полос вплоть до границы города. Это повысит пропускную способность и создаст современную магистраль на выезде из города.